Как мне избавиться от этого придурка? Если бы в моей маске было хоть немного азота, я бы смог его заморозить, но азот закончился. Надеюсь, теперь я в полной безопасности. Вот черт! Что ж, теперь я точно в безопасности. Я голоден, вот бы сейчас чего-нибудь пожрать. Интересно, что это такое? Бей сколько хочешь, ты не сможешь выломать эту дверь? Ты можешь попробовать сделать это своей головой, может тогда ты поумнеешь? Ой, кажется, я его разозлил. Что ж, либо я умру от этой фигни, либо этот псих убьет меня. Мой друг, разве ты не хочешь знать, что будет дальше? Тогда скорее ставьте лайк на видео и подписывайтесь на канал. Потому что только ваша активность мотивирует меня делать новые классные анимации. Похоже, эта штука не работает. Черт возьми. Он точно скоро выломает дверь. А теперь мы с тобой повеселимся.